Привет всем! Мы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем такой красивый узор с иксами или песочные часы. Видите, как будто часики. Значит, вот это у нас лицевая сторона рисунка. И вот так выглядит его изнанка. Тоже красивая, милая изнанка. Из такого узора можно вязать шапочки, шарфики. Видите, изнанка красивая, значит и шарфики можно. Или кофточки. Я вяжу его как мальчишеский или мужской рисунок. Вот. Рисунок выполняется на количестве петель кратно 16. Если нужно симметрии, то плюс 10 для симметрии и плюс 2 кромки. Схемку по кругу и поворотными рядами скачать можно на моем сайте пряжа.com. Ссылочка будет под видео. Сегодня мы свяжем поворотными рядами. По кругу, то вы каждый четный ряд вяжете просто по рисунку. Значит, я покажу вам полтора раппорта рисунка. 16 плюс 10. И плюс 2 кромки, это будет 28 петель я должна набрать. Значит, вяжу все из мериноса, но спицы стараюсь брать покрупнее. Вот у меня спицы 4,5. Так как там косы, то обязательно крупные спицы. Итак, набираю петельки классическим способом набора. Набрано у меня 28 петель. Так, вяжем по схеме. Первый ряд лицевая сторона. Снять крайнюю петлю. Пока вяжем резинкой. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так продолжаем вязать 2 изнаночные, 2 лицевые до конца ряда. Предпоследние 2 изнаночные. Кромку вяжете или всегда лицевой, или всегда изнаночной петлей. Вот, готов первый ряд. Повернуть вязание. Значит, с изнаночной стороны всегда петельки по рисунку. На данный момент первую снимаем. И также вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. До конца ряда 2 лицевые, 2 изнаночных. Довязываем 2 лицевые. И кромку вязать изнаночной петлей. Вот. Готов второй ряд. Повернуть вязание. Третий ряд лицевая сторона. Снять петлю. Теперь раппорт рисунка будет 2 изнаночных, 2 лицевые. Еще раз 2 изнаночных, 2 лицевые и 2 изнаночных. А здесь у нас подряд 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такой раппорт рисунка на 16 петлях. Его вы повторяете. Вот, я здесь повторила дважды. И в конце у нас должно остаться 11 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 10 петель симметрии и кромка. Петли симметрии всегда мы вяжем, как вот эту первую часть. 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных. 2 лицевые и 2 изнаночных. Кромку также вязать изнаночной петлей. Это третий ряд. Так, разворачиваемся. Четвертый ряд. Петли вяжутся по рисунку. Первую петлю снимаем. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Это наши петли симметрии. Так, и тот, кто раппорт рисунка. 6 изнаночных вяжем. 3, 4, 5, 6. Затем 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных и 2 лицевые. В конце кромку вязать изнаночной петлей. Вот, готов четвертый ряд. Повернуть вязание. Так, в пятом ряду у нас будут перекрещения. Перекрещения сложные, поэтому возьмите лучше сразу 2 спицы для перекрещений. Итак, первую петлю снимаем. Раппорт рисунка 2 изнаночные. Дальше перекрещение 2 на 2 с двумя центральными изнаночными с уклоном влево. На первую дополнительную спицу я снимаю 2 петли и оставляю их перед вязанием. На вторую дополнительную спицу я снимаю 2 петли и оставляю их сзади, за вязанием. Вот так. Видите? С левой спицы я вяжу 2 лицевые.
Дальше со второй дополнительной спицы я вяжу 2 изнаночные. И с первой дополнительной спицы я вяжу 2 лицевые. Вот. Фактически мы с вами перекрестили лицевые петли, а изнаночные остались на своем месте. Видите? И дальше вяжем 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это конец раппорта. И 9 и 10 это уже петельки симметрии, 10 изнаночных подряд. Здесь следующее перекрещение, то есть симметрия у нас вяжется как первая часть. 2 петли снимаем на дополнительную спицу перед вязанием, 2 петли на дополнительную спицу за вязанием, с левой спицы 2 лицевые, со второй дополнительной спицы вяжем 2 изнаночные. Из первой дополнительной спицы вот так вязать еще 2 лицевые. 1 и 2. Снова выполнили перекрещение. Довязываем 2 изнаночных и кромку тоже изнаночной петлей. Вот так готово. Повернуть вязание. С изнаночной стороны петельки просто по рисунку. Снимаю петлю. 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных. Здесь 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, кромку изнаночной. Вот. Это 6-й ряд. Значит, 7-й и 8-й ряды будут вязаться как 3-й и 4-й ряды. Первую петлю снимаем. Вяжу 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой раппорт рисунка. Симметрия 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных и кромку изнаночной петлей. Вот, видите? Так, с изнаночной стороны снимаю петлю. 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, это симметрия, раппорт рисунка, дальше 6 изнаночных, 3, 4, 5, 6, затем 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые и кромку изнаночной. Вот. Повернуть вязание. Так, далее мы вяжем 9 и 10 ряды резиночкой, как 1 и 2 ряды. Первую петлю снимаем. 2 изнаночные, 2 лицевые на всех петлях. 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот так повторяю на всех петлях. То есть вот здесь тоже, видите, 2 изнаночных начинается, 2 лицевые. И так до конца ряда. Предпоследние 2 изнаночные. И кромку вяжем изнаночной. Готов 9 ряд. Так, и 10 ряд с изнаночной стороны. Снимаю петлю. 2 лицевые. 2 изнаночные. Повторяем до конца ряда. Так, видите, все по рисунку. Если по кругу, то тоже по рисунку. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Так все четные ряды. Только нечетные ряды формируют рисунок. Так, кромку изнаночной. Вот, готово. Так,
Следующий, 11 ряд. Вот эти лицевые петли теперь переносятся сюда и сюда соответственно. Значит, снять петлю. Раппорт рисунка будет 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот эти 16 петель это раппорт рисунка. Симметрия всегда вяжется как первая часть. То есть здесь будет 2 изнаночных, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 2 изнаночных и кромку тоже изнаночной петлей. Так, следующий 12 ряд. Снять первую петлю. Вяжем 2 лицевые, 6 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые. Это симметрия и раппорт рисунка. 2 изнаночные, 2 лицевые, 1, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2, а дальше 2 изнаночных, 6 изнаночных, так, и 2 лицевые. Вот. Повторять все до конца кромку изнаночной петлей. Вот готов 12 ряд. Значит, в 13 ряду у нас перекрещение уже будет только по центру. Снимаю первую петлю. Раппорт рисунка вяжу 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот 10. 10 изнаночных петель. А здесь перекрещение. Значит, перекрещение с уклоном вправо я делаю на одной дополнительной спице. На одну дополнительную спицу снимаю 4 петли. Вот. Все 4 остаются у нас сзади, за вязанием. 2 лицевые вяжу с левой спицы. Дальше крайние 2 или центральные 2 мы возвращаем обратно вот на левую спицу. Так, эти 2 пока остаются. И провязываем их изнаночными петлями. Вот 1 и 2. А затем с дополнительной спицы довязать 2 лицевые. 1 и 2. Таким образом выполняется у нас перекрещение с уклоном вправо. Тоже 2 изнаночных, так и осталось по центру. Довязываем. Симметрия это 10 изнаночных. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И кромку тоже изнаночной петлей. Вот. Так, работу разворачиваем. На изнанке снять первую петлю, вязать 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше, это симметрия, раппорт рисунка. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кромку вязать изнаночной петлей. Так, готовый 14 ряд. Повернуть вязание. Так, 15 ряд будет вязаться так же, как мы вязали 11 и 12 ряды. Вот здесь лицевые, здесь лицевые. Так, первую петлю снимаем. Раппорт рисунка. 2 изнаночные. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 2 лицевые. Вот такой раппорт рисунка. Повторяем до конца. Симметрия 2 изнаночных. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. И 2 изнаночных. Кромку изнаночной петлей. Так, это 15 ряд.
И 16 ряд на изнанке. Первую петлю снимаем. Вяжем 2 лицевые, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые. Вот, это симметрия и раппорт рисунка. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые и кромку изнаночной. Готов 16 ряд. Повернуть вязание. Так, вот эти 16 рядов, это у нас вертикальный раппорт рисунка. Дальше мы начинаем с первого ряда, то есть у нас 2 ряда, резиночкой 2 на 2 на всех петлях. Таким образом, повторяя данные 16 рядов, вот, у нас получается такой рисунок. Вот. Вот мы сейчас провязали вот этот ряд. Дальше видите резиночкой, как было в первых рядах. И тогда продолжаются наши вот эти песочные часы дальше провязываться. Всем большое спасибо за ваше внимание. Всем до новых встреч!